собрались мы с друзьями покопаться на то поле, на котором были в прошлый раз. Находочка, друзья, вот она в грудке лежит. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем комрадов считать. Вот такое вот оно. Такого вот замечательного цвета. Ох, у меня находочка, чуваки! Вот это вы сейчас в шоке будете! Аукцион Vivality – крупнейшая в Украине международная интернет-площадка для коллекционеров. Здесь вы можете купить или выставить на продажу редчайшие предметы коллекционирования, уникальные антикварные находки, произведения искусства, старинные книги и многое другое. Vivality – это наилучший вариант как для опытных коллекционеров, так и для новичков. О любом найденном предмете можно спросить на форуме, эксперты оценят находку, предоставят о ней исторические сведения, а также укажут примерную стоимость. В магазине Vivality вы найдете аксессуары для коллекционирования, альбомы, холдеры, весы, средства для чистки антиквариата и прочие полезные товары. Все это поможет сохранить вам ценнейшие экземпляры в великолепном состоянии. Узнавайте много нового и интересного, коллекционируйте историю вместе с Vivality. Ссылки под видео в описании. Друзья, всем доброе утро. Меня зовут Серега, вы на канале «В поисках золота Украина». Выбрались мы с друзьями покопаться на то поле, на котором были в прошлый раз. Там, где Тёмыч нашел два динарика, один лиместный, один серебряный, а я накопал кучу металлопластики. Ходим, в общем, копаемся. Есть у меня находочка, сейчас покажу. Но перед тем, как показать находочку, хочется передать привет группе Viber Cop.ua. Ребята, вам всем привет. Спилка блогеров Украины. Тоже Полиция ЗТ. Тоже всем, друзья, привет. Смотрите находочку. Находочка, друзья, вот она в грудке лежит. Сейчас я попытаюсь как-то достать. О, тяжело. Сейчас, секундочку. Не переключайтесь. Так, смотрим. Блин, я ее сломал, прикиньте. Вот это я, короче, олень. Или нет? Или она такая была? Сломанная. Не, была. Она так лежала. Я уже думал, что я ее сломал. Что это у нас такое? Какой-то... Блин, даже не знаю. Какой-то лиместный динарик. Очень в плохом состоянии. Еще и обломанный. Ну, находка. Да, состояние, конечно, печальное. Тёмыч, прием. Тём. Я лиместного динарика нашел, но он такой обломанный, печальный такой, капец. Печалька, но все равно находка. Ты не мог бы не материться, я как раз видео снимаю. Простите. В общем, вот такая вот находка, друзья. Будем идти дальше. Будет что-то получше, вы все увидите. Смотрите, не переключайтесь. Ставьте лайки. Друзья,
настроение поднимается. У меня есть еще один динарик. Сейчас мы посмотрим с вами. Тёмыч где-то ушел туда, в дальние дали. В разведку пошел по ручью. Посмотрим, что он там по рации скажет. Тёмыч, прием. Не матерись, пожалуйста. У меня еще один. Давай, иди сюда. Тут надо топтаться. Сейчас будет. Сейчас покажу вам динарик свой, друзья. Взгляните. Вот он. Тоже обломанный. Блин, жалко. Капец. Пий. Антонин Пий. Что там с легендой у нас? Так, блин, был бы классный. Легенда. Интересная. Жаль, жаль. Но находочка. Находочка. Сейчас за фотку выложу в Инстаграм. Кстати, кто не подписан на Инстаграм, подписывайтесь. Все находки с полей автоматически сразу же выходят в Инстаграм. Так что вот так вот, друзья. Фоткаю, выкладываю и идем дальше искать. Утро началось неплохо, скажем так. Серега нашел динарик. Троян. А что ты говоришь, не стрелка? Кто это? Я закинул в карман. Ну, еще такой прикольный. Еще такая фигня их. Ну, классный троянчик. Где нашел? Внизу. Внизу. Надо идти вниз, значит. Идем копать. Иду к Любомиру, он пришел к нам и нашел наш динарик. Сволочно. Ну гетто, да. Че ты прикалываешься, гетто? Гетто, гетто молодой. Прикольный гетто, но жалко, что он... А может и не гетто, может какой-то север молодой. Тёмыч, гетто это или север? Я думаю, гетто. Похож, да, на гетто? Да. Наконец-то. Курносый хоть гетто. Половинку динарика нашел. Курносый гетто. Это ну шакал. Да. А это что такое? Ох ты ж мрак какой. Залипший. Залипший какашка. Ну, молодец, на. Динарика, иди отсюда, мальчик, блядь, пришел тут, блядь, слышишь? Динарики собираю. Идем искать дальше. Друзья, посмотрите, что творится на поле. Раз, два, три, четыре, пять. Начинаем комрадов считать. Значит, один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, двенадцать. Ну, я 13-й, наверное. Вот такая вот веселая история. И все ходят, что-то копают. Там ребята золото нашли, я подойду. Потом посмотрим. 13 человек. И Серега еще 14-й в машине сидит. Устал копать.
Вот вам перепашка. И никто не знает, где поселуха. И одна машина, кстати, уехала. Было два человека там или три. Вот такая вот веселая история. Ладно, смотрите, идем дальше искать. Друзья, подошел к другу. Смотрите, чего он нашел. Маленькое-маленькое оплавыш золотце. Вот такое вот оно. Такого вот замечательного цвета. Цвет ни с чем не перепутаешь. Грамма 2, я думаю, тут есть. Так что вот такая вот прекрасная находка. Катушечка блондинка, кстати, на Деусе. Рулит, всю мелочевку выгребает на ура. Так что вот так вот. Ладно. Пойдем дальше искать. Есть еще тут где ходить. 13 человек на поле, но ходить есть где. Пойдем поищем. Смотрите. Переехали, друзья, мы на другое поле. Иду к Любомиру. Только вышли, блин, вот вышли вот от машины 20 метров. Ну не 20, 30. И довольная рожа. Легенда. Вот это да. Фаустина Старшая. Жена императора Антонина Пия. О, легенда Конкордия. Красавчик. Красавчик. Все, сейчас сфоткаю в Инстаграм выложу. Подписывайтесь на Инстаграм, ребята. Сохран зачет, да. Идем копаться. Поздравляю, передай привет. Всем привет. Кому всем? Кому всем? Подписчикам твоего канала, наверное. Что ты им скажешь, подписчикам моего канала? Не копайте. Это тяжело. И едьте на рыбалку, да? Ладно, идем искать, друзья. Смотрите. Пятая минута поиска. Любомир лидирует с динариком 1-0. Ребят, у меня тоже есть находочка. Смотрите, что-то интересное. Как-то его отсюда достать, чтобы не сломать. Ох, у меня находочка, чуваки! Вот это вы сейчас в шоке будете! Вот это прикол! Так, капец! Любомир, это круче, чем твое золото, чувак, я тебе отвечаю. Ты сейчас офигеешь. Ты просто охренеешь. Я не хочу ругаться на камеру, зацени. Грифончик скифский. Круто! Охренеть! Вещь, поздравляю! Скажи! Что ты, что зачетная находка, Серега? Прикинь! Грифон, блин, скифский. Я первый раз такое нахожу. Камеру, да, выкопал? Вот это да! Ну как на камеру выкопал? Ну выкопал он в грудке был. Серега, как пищало. Блин, ну как динарик пищало. Ну, высоко, да, высоко, да. Вот это круть, друзья. Я просто в шоке, блин. Вот это круть. Слушайте, ну я... Нет, ты, блин, представляешь, что это за находка? Это круть для наших мест. Это вообще, блин, крутяк вообще крутяцкий. Срочно фоткайте в Инстаграм. Сейчас Тёмычу по рации сообщу. Так, сейчас мы Тёмыча наберем. Тёмыч, прием. А? Тёмыч, я грифончика скифского только что сейчас поднял. О, наконец, а грифон? Грифон, да. Не матерись, я снимаю видео. Давай к нам иди, что ты там лазишь? Сейчас вот еще один горбик проверю, перейду. Давай, конец связи. Ребят, находка, ну просто жир. Просто жир, блин. Я находил скифскую тоже такую, ну, зацепом, блин, ну это вообще просто сказка. Офигеть. У меня нет слов, офигеть. Так, надо бежать быстро копать, потому что
Потому что вот эти говноеды все выкопают. Идем искать дальше, друзья. Смотрите, не переключайтесь. Друзья, у Любомира был сигнальчик 97 на Деусе. И что там? Пионерский значок. Супернаслоенка. Супернаслоенка. Идем дальше копать. Серега ходит. Хочу обследовать вот этот вот бугорочек. Сейчас на него взберусь и там похожу. Солнышко уже потихоньку садится, и мы скоро будем собираться домой. Пацаны еще ходят, а я потихоньку продвигаюсь к машине. Буду собирать вещи и складывать все, наводить порядок. Сейчас к вам развернусь. Ну что, друзья, вот и подошла к концу наша сегодняшняя экспедиция. Самое время подвести итоги, кто чего накопал. Значит, Серега накопал, выкопал одного динарика трояна, сапутки накопал какой-то. Любомир нашел два динарика, один лиместный, один серебряный гетто и кусочек золотого оплавыша. Грамма на 2, наверное. Тёмыч нашел империю. Ну и сапутки тоже какой-то накопал. Динариков, к сожалению, нету. У меня 2 динарика. Один лиместный, один Антонин Пи. 2 обломанных. Ничего, как бы, особой ценности не представляют. Но самое интересное, что я выкопал, это голова грифона. Сейчас, в общем, я вам находочки свои все покажу. Итак, ребятки, находки мои сегодняшние. Что-то мне кажется, что это не лиместный динарик, а это, скорее всего, антониниан. Мне почему-то так кажется. И тут вот еще он треснутый, может отломаться. В общем, попробую его дома отмочить как-то. Жалко, конечно. Жалко монету, что она в таком состоянии. Так, это у нас Пий, Антонин Пий. Тоже печальный. Вот такую вот штучку какую-то выкопал. Не знаю, что это такое. Ну, не язычок от замка, я уверен почему-то. Ну и самая интересная находка дня, можно сказать, это вот этот вот грифончик. Никогда не находил я грифонов, это первый. Находка, просто класс. Кайфовый. Почищу его дома водичкой, просто помою. Сполосну, патину снимать не буду. Вот такие, в общем, у нас сегодня находки. Что хочется еще сказать, друзья, всем, кому понравилось видео, ставьте жирные лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые серии. Будут у нас еще экспедиции, я думаю, что на это поле еще стоит вернуться. Возможно, его заровняют, а возможно и нет, но в любом случае после дождика сюда стоит вернуться. Погода у нас, конечно, сегодня 1 сентября. Жара просто неимоверная. Я не знаю, когда будут дожди. Никто не знает. С одной стороны, это хорошо, с другой стороны, это плохо. Ну, в общем, каждый для себя с этого выносит какие-то плюсы и минусы.
Ну все, друзья, до новых встреч, всем удачи, всем пока.